День шахтера – праздник общий. Практически в каждой семье Ленинско-Кузнецкого есть тот, кто посвятил свою жизнь шахтерской профессии. С каждым часом площадь Мазикина все больше заполнялась жителями и гостями города. Веселые конкурсы сменяли ритмичные песни и танцы, яркая фотозона, для детей развлечения на любой вкус. Все, чтобы отлично провести праздничный выходной день. К сожалению, в свой профессиональный праздник не все виновники торжества смогли отдохнуть. Многие несли трудовую вахту. За них праздник отметили почетные гости – шахтеры-ветераны. Я в 50 лет пошел на пенсию. А кем вы работали? 8 секунд. Горным мастером. Что такое шахта? Хорошо, 8,5. На шахте 7 ноября. Я спускался с шахту с рабочим вместе. Смотрел о технике безопасности, о выполнении работ. Составлял наряд и доставлял людей в мойку. Потом домой пошли. Долгих-долгих лет жизни, чтобы не болели. Ну что, Александр, вы-то у нас готовы. Чтобы родственники их тоже не болели. И проходчиком, и крепелем, и мотористом всем. И Ярославка, и Глубинка, и Рубаны. Спасибо людям. На трех шахтах было сейчас. Спасибо вот в последней на Ярославке ушел на пенсию. И отъезд был. Шахтер на Кировке. Василий, дядька, был первый шахтер, начинал, когда звездочка была. Ну, короче, у нас потом брат старший, тоже шахтер. Так что вся семья. Да. Мы как в шахтерском городе. Здоровье, чтобы все выходили, здоровы были из шахты. Не только в этот день, но и во все другие жены гордятся мужьями, дети, отцами и дедами. Мне шахтер – это гордость Кузбасса и нашей страны. В шахте у меня работает папа. Уже более 15 лет. Работает он на шахте имени Тихого, горным мастером. Я очень сильно горжусь своим папой. Потому что шахтер – это очень тяжелая профессия. Это очень опасно. И мне кажется, не каждому так дано работать. Что бы ты хотела пожелать папе и всем шахтерам? Я бы хотела пожелать сил, энергии, огромной добычи угля и самого главного – здоровья. У меня дедушка работал на шахте Тайбинская и Красногорская. Это в каком? Это в Прокопьевске городе. Сколько лет на шахте? Я точно не знаю цифру, но почти всю жизнь, то есть после школы буквально, там, как раньше, он проработал до пенсии на шахте. Работа шахтером – это одна из опасных профессий, так как каждый день не знаешь, что произойдет на глубине. Я пришла на этот праздник, так как у меня в семье два шахтера. Это мой папа Шусюк Павел Николаевич и мой крестный отец Кома Виталий Александрович. Мой папа работает в шахте более 25 лет, а крестный более 35. В этот праздник я хочу пожелать всем шахтерам стойкости, силы, здоровья, а также, чтобы шахтерский труд славился веками. А заряжали отличным настроением гостей праздника артисты из Новосибирска. Ударно-скрипичное шоу «Ультра» порадовало горожан фееричной смесью музыки и театра, а кавер-группа «Красный берег» исполнили хиты российских и зарубежных исполнителей. Сюрпризом для всех горожан стало стихотворение нашего земляка, ленинско-кузнечанина Николая Ивановича Попова «Шахтерские вершины». Произведение исполнили известные люди города. Завершился шахтерский праздник по традиции красочным салютом. Анна Шуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.